сегодня у меня очень интересная и увлекательная поездочка. Знакомые ребята яхтсмены на выходных утопили яхту. 2 дня они ее искали, нашли. Значит, яхта лежит на глубине 12 метров. Мачта что-то торчит где-то под водой в районе 2-3 метров от поверхности. Вот сейчас я поеду туда на разведку, обследование и попробуем поднять эту яхту. Соответственно, я полезу под воду. Так, время вечерок уже, правда. Добрались мы наконец-то до яхт-клуба. Сейчас пойдем в море. Сегодня у нас дубль 2, день 2. Вчера у нас не получилось. Точка была поставлена, ну, GPS-координаты немножко врут, плюс уже вечерело. В общем, по сонару вроде как видели, но сонар тоже такой очень странный прибор. Он вроде показывает, а вроде не показывает. То есть он под собой не видит. И видит только, когда ты уже прошел эту точку. Ну, в общем, вчера 2 возможные точки поискали, 2 заныра сделал, ну, как бы ничего не нашел. 6 метров, и свет выключается от слова совсем. Дошел до 11,5. Там абсолютно нулевой прозрак. А приборы практически не видно. То есть комп на руке, считать показания очень сложно. В общем, сегодня вроде как нашли еще разок. Сейчас придем на место, будем собираться смотреть. Короче, пришли мы на море. Вот много людей. 2 судна, лодка и яхта. Переодеваюсь, готовлюсь к спуску. Сейчас пойдем обследовать что-то. Что нашли? Ну что, друзья, в общем, совершив несколько погружений, лодочку нашли, зацепились за корму, зацепились за середину, за нос. Ну, короче, везде все зацепили. Теперь мы ее нашли, мы ее зацепили, теперь думаем, как ее поднять. Вот. 2 варианта были: полиспастами тянуть за буйки. 2 здоровых буйка, ну что-то это, походу, не хватает у них плавучести, малеха. Ну, в любом случае, мы теперь ее не потеряем, теперь у нее есть точки зацепа, поэтому моя работа, грубо говоря, выполнена. Я отнырял, вот, и сейчас посмотрим, что из этого всего получится. Короче, сейчас происходит уникальная буксировочная операция. Мы, значит, лодкой с 40-сильным мотором пытаемся тянуть вот тот парусное судно, вот то. И вот там вот 2 плавучести, это, на которых у нас висит утопленный гребегон. И что-то пока непонятно, куда мы движемся, куда мы не движемся. Я хочу немного. Вот она. Была в 2 метрах от воды. Вот она. Конечно, все хорошо, я уже его вижу. Нашли, сейчас мы его тащим потихонечку. Вот нам еще на помощь вторая яхточка пришла. Хорошо, Дим. Все отлично. Вот она, наша мачта. И капитан, который уже несколько раз мысленно попрощалась со своей лодкой. Да.
находится рядом мачта как раз нашей утопшей яхты. Вот потихонечку, вот уже на 2 метра почти торчит. Она должна торчать вот как, вот это вот. То есть нам еще дофига ее поднимать. Пришло время чая. Или чаечка. Пока поднимаем. Вот у нас там парус показался. Идем потихоньку. А были на уровне вот того острова. Доброе утро. Начался третий день наших операций подъемных. Ну, вернее, третий день, где я принимаю участие. Вчера мы закончили уже очень поздно. Достали лодку. Ну, вернее, мы ее нашли. Мы ее притянули. Она здесь возле лодочной станции, вот там вот за углом лежит. Лежит на мели, мачта торчит метров, наверное, на 5, на 4, на 5, парус торчит. В общем, сейчас будем уже окончательно поднимать, засунем в нее плавучести, будем накачивать эти плавучести и вытягивать, дотягивать, поднимать. Осталось, надеюсь, уже немного нам работы, так что, в принципе, все, огонь. Друзья, у нас осталось еще чуть-чуть, видимо, парус развивается. Это парус как раз той лодки, которую мы доставали. Вон она, мачта. И вот ее уже почти видно. Вот сейчас капитан отвязывает паруса. Вот сейчас мы ее силой больших человеческих сил уже задерем вверх и откачаем с нее воду. Осталось чуть-чуть. Друзья мои, помните, я вам показывал парус, ой, я походу сгорел, малеха, который торчал. Вон мачта, а вон судно. Да, мы его достали, сейчас откачиваем из него воду. Пошла волна, и наша лодочка начала потихонечку играть на волне, а значит, она уже почти на плаву. Вот там работает насос, помпа откачивает воду из него, и он потихонечку всплывает, параллельно мы из него вещи достаем. Сегодня у нас была несколько сокращенная спасательная команда, но все живы, все здоровы, в целом все огонь. Устали. Бибигончик снова на ходу. Идем. Идем. Потихоньку. Все, буксируем его на берег. Вот там у нас капитан сидит. Другой яхты, но сидит. Вот он, наш утопленник. На суше вытащили. Водичку сливаем. Вон, улитки сплошные на киле. Вон, на пере руля. Уже весь в улитках. Ну вот. Спасательная операция на этом, считаю, завершена. Нашли, достали, подняли и привезли все это дело в порт, вытащили на поверхность. Так что все, красавчики. Все, открыли последний кингстон, сливается водичка. Друзья, на этом наша спасательная операция официально завершается. Все, лодка на берегу. Лодку достали, с лодки сливается последняя водичка. Все живы, все здоровы. Устали за эти 3 дня. С моим участием 3 дня сильно. Так что все нормально.